У нас сегодня выходной. Мы приехали в Косолому. Такой замок красивый в Торонто. Пойдем сейчас погуляем. $15 стоит парковка. Тут уже нарядили елочки. Фонтан сейчас не работает. Так, такие цены. Сейчас Саша 20, а за меня 30, да, сейчас $50 вывалим. Ну, хочется пойти, мы любим этот замок, он сейчас закрыт, нет. А елка стоит? Нету. А елку еще не поставили. Вот мы год назад были в этом ресторане и сидели вон там вот, не за полукруглым, а за таким обычным столиком. Хотя я очень хотела за полукруглый сесть, но не знаю, нас посадили так, хотя мы заказывали заранее и резервировали. А ну тут получается что? А, он с 5 открывается. Тут какие-то кое-какие цены есть. И другой зал. Другой зал. Ну а так мы сейчас будем прогуливаться. Елки нету. Тут есть трон. Вот этот ресторан. Мы еще отсюда снимаем. Красиво здесь очень. Мы здесь тогда почти $500 оставили. Мы начинаем свою экскурсию с туннеля. Тогда здесь было очень страшно. Сейчас они начали украшать на Новый год. А тогда мы приехали перед Хэллоуином. И мы не дошли. Мы, по-моему, где-то вот там вот остановились и вернулись. Если бы так вот мама шла, вот так. Вот так это и шла. Вот это почему. Нет, мы остановились. Я так шла медленно, потому что я тебе уши держала, а ты глаза себе держала. Или наоборот. А, я тебе прижала, потому что тут там что-то шипело, кричало, как будто бы какие-то всякие ужастики. Да мы бы не прошли весь этот туннель. Он там разукрашен был всякими ужасами. По нём и так идти моторошно сейчас. Вон, что тут ничего не показывает в этих телевизорах. Идем. Сигналы, ну что-то мне уже это. Может, капюшон надеюсь, чтобы не простудиться. Это как-то страшновато. Однако. Но тут конец будет уже этому туннелю. Начали мы, в общем, свой поход с туннеля. А в прошлые разы так мы поверху ходили, а потом. Так, подожди меня. Я ж боюсь. Чуть-чуть поднимаемся вверх. Уклончик такой. Ну, тут вообще вверх. Thank you.
мешают. А, там полно машин. Хочешь пойти посмотреть? Тут старенькие машинчики. Совсем старушечка. Кстати, что-то меньше стало машин, было больше. Было реально больше. Это Форд. Я тогда не заходила сюда. Ничего себе. Я первый раз вообще сюда захожу. Это сада эти. Растения, что ли? Роза, гибискус. И вот это розочки, наверное, или какие-то другие. Вот так вот. Тут цветы высаживают. Оранжерея. Кактусы такие огромные. Закрыто там. Все, мы выходим с этой Gardens Today. Смотрите, какой выключатель. Древненький. Снежок. Тут наряжают. Надо сюда приехать. Наверное, Саша, надо приехать недели через две или три. Тут должно быть очень красиво. Вот еще. А, вот машины. Их или перетащили, или не знаю. Такие колеса высокие, да? Так это повозка, карета. Вот тут вот конюшня была раньше. Сейчас вон игрушек полно. А, оно вообще открыто было, когда я приходила тогда. Вот кран. Мыть копыта. И тут большая елка стоит. Сидит Мороз, снег. Да я не знаю. Додж. Максвелл какой-то. Не знаю даже пока, что-то смешал.
зашли прямо. Вау, какой рыса! Зашли прямо в гифт-шоп. А, это для вина, для бутылки. Вместо пробки. А что там в мешочках? А, это значок такой. Такая книга у тебя про пиратов, да? Саша хочет собачку такую. Совёныши. $15.50. Это волчонок или песик? Новогодний еж. Вот какие классные носочки здесь есть. Белочки. Есть енотики. А вот такие мишки канадские. Все кабаны ели. Один волк. Все кабаны один. Или один волк, а вот олень. И они вот с такими штучками, сколько они стоят? $8. Какая красивая игрушечка. 8.50. Часики. Очень красивая. Вот есть такой вот щелкунчик, и вот ключик вешают, они тоже. А, это всякие брелки. Помаде ножек. Это мы поднялись уже на второй этаж. Ой, вернее, на первый этаж. Выбрались из подвала. Это такие раньше были деньги. Франки, это, по-моему... А, вон, Deutschland написано, это немецкие. Еще какие-то всякие денежки. А, пистолет спрятан. Да. Пистолет в книжке. Теперь телефоны в книжке. Это библиотека? Тогда здесь фокусы показывали. Большая очень библиотека. Класс. Наверное, единственная библиотека в Канаде в доме. Потому что так все ходят в библиотеку Public Library. Мы пришли, а тут, оказывается, свадьба. Фотографии, невеста красивая. Можно было взять книжечку с библиотеки и почитать за столиком около окошечка возле каминчика. Романтика, красота. Или сыграть на пианинчике. Тут на первом этаже очередная комната, рабочий стол с такой лампой настольной, часы огромные, камин обязательно, как же отапливать.
Это стади, стади рум. Здесь учиться. Зашли здесь в кафе. Саша сейчас что-то выберет себе пожевать. Детский комбо $12, взрослый $18. Мы тут зашли в кафешку, и там у нас фильм показывает какой-то, вот наш номерой 20. Заплатили $20, Саша взял... Что еще? Homestyle cheeseburger. Homemade cheeseburger. И картошку там будет, да. И все. И это $20. Когда... Ну, конечно, много принесли. Только где вторая... А, вторая часть. Это две части гамбургера, и вот картошка. И вот еще всякое... Какие-то два пакетика дали Саше. Ну все, приятного аппетита, Александр. Уже кетчуп схватил, и тут есть еще вот такая вот штуковина тоже какой-то. Red Hot. А, нет, это же невозможно будет. Да. Так, подвинь себе. Ничего себе, это для взрослого Саша взял. Зачем? Надо было, может, для детей брать. Или ты такой уже, я уже большой мальчик, так что... Я уже большой мальчик. Приятного аппетита. Это комната... Serving room. Какая мебель здесь резная, красивая. Это мы уже поели, отдохнули и решили дальше пройтись. На библиотека напротив. Консерватория. Тоже с телефоном. Алло, цветы здесь настоящие, кстати. Здесь представление зимой было, прошлое, не, позапрошлое. Вода. Батареи теплые. Еще пока светло на улице. Иду, иду. Какое креслице. Красивенькое. Так, это кого комната? Мы сейчас узнаем. А, это вот этого самого их, ну... Забыла его имя, как всегда уже, которые... Да, они сейчас в каждой комнате, Саша, устанавливают елку. Мы, походу, по дням чуть-чуть раньше пришли. Высота потолков, конечно, шикарная. Потому что здесь у всех такие низкие потолки. Сэр Генри, а его жена Леди Мари, что я забываю, Генри, Генри Белл, это его комната, со столиком, телефон в ванной, да, это его ванная комната, вошрум. С окном. Душ. Thank you.
сэр Генри Пилат. Идем. Это уже вход в апартаменты Леди Мэри. Да, обязательно телефон такой. Ее спальня. Такие же эти самые рубильники старые. Комод такой красивый. Камин. Ёлку наряжают. Это я еще игрушки тут не буду тыкать. Туалетный столичек с зеркальцем. У нее выход на балкон, на террасу. Ага. Каминчик тут. Это уже какая-то приемная штука. Тут, получается, в спальне так нету. Угу. Да, и там телефон, да? И вот красивая комната. Посмотри на люстру, Саш. Красота, да? Жарко уже. Нету телефона? А, был? Тут тоже ванная, но уже без душа. Ну, с окнами. Хорошо, Вера, прям. Комната. Так, это куда мы? А, это такая прямо, это видно этот самый гардероб. Гардеробная. Тут тоже елку будут ставить большую. Нет, это не большая. Нет, что большая, она всю вот эту вот будет стоять. Я помню. Я думаю, что тут была одна. Нет, там еще там где-то 5 вот таких. И они ее распушат. Вот этих волнунов. Распушат ее будет. Коньяка. Да, так натопили, жарковато в куртках. Какая посуда. Это для гостей. У гостей есть свой санузел, вошрум, ванная комната. Клеточка везде. Ты искал телефон? Митинг с камином. Да. Телефон. Телефон. Да, телефон. Еще одна комната. Красивая, с балконом. Еще.
А что с этой стороны мы смотрели? Мы по бокам там, или там еще нету? Это выходы. Так, экзит куда-то туда. А. А что это за ко? Ага, да. А там написано Венсер Рум. Стол письменный или для чтения. Камин обязательно. Там чай. И видно ванная комната туда, потому что плитка вложена. Орган. Тоже елки везде расставляют. Раунд рум. Да, она круглая. Класс. Я уже тут запуталась, сколько здесь комнат. Мебель такая старая. Еще одна. Meeting in progress. Ну да. Я поняла, да. Эти полотенца, да, достать. Да, тут он. Вот телефон. Тут вот сразу телефон. Сколько тут надо этих телефонов? Так, где Александр делся? Это для прислуги. Здесь музей. Такая большая комната. Здесь проходил кто-то какие-то всякие Austin Room для детей, там арт, вырезать что-то, клеить куда-то. Пилат Room. А тут так холодно, окно раскрыто. Оно, кстати, просто по форму ладно открыто, не знаю, здесь не топят. Тоже круглая комната какая-то. Кто-то был.
Построили? Тут. Это все еще вот на вот этом третьем этаже. Тут была батарея снята. Тут батарея, тут батарея. Наверное, это уже последняя комната. Рифлемен. Мейпл. Клён. Окна такие тоже сняли. Батарею тут. Солдатики всякие. Оркестр. Угу. Так лицом не дотрагивайся, окей? На улице так хорошо. Не холодно. Это CN Tower. Вон CN Tower. Вот на улице увидели розу. Она бедная, в мороз тут была. Минус 15 по ночам. Бывало, это сейчас где-то 0 плюс. И бутончики. Так, а чё она не фокусирует? Да, идем. Сейчас уже 4 часа 20 минут, и с 5 часов открывается
Блух... Как на... Блублад? Это стейк-хаус. Ну, это дорогой такой ресторан. Косоломи. Но там такая мистическая атмосфера, да? Там не очень мистическая. Ну что, такое прикольное? Ну да. Все, мы, наша экскурсия на сегодня закончена. Мы сейчас поедем на тематику. Тут горы снега. Ну что, тебе понравилось погулять? Да. Ты выбирал игрушку и не выбрал себе, да? Не, не выбирал. Не выбирал, но ты так их смотрел. Все, всем пока, спасибо, что прогулялись с нами. Мы поехали. Саша, он Гарри Поттер, он его дочитывает. Это какая, четвертая? Да. Четвертая книжка.